Մեդիաթերը շարունակվում է և շարունակվում է հերթական զրույցով, որը նվիրված է լինելու Ադրբեջանի, մի երկրին, որը շարունակում է գոյաբանական վտանգ ներկայացնել Հայաստանի համար, որում այն քաղաքական ռեժիմը, որը կա այդ երկրում, շարունակում է թիվ 1 թիրախ համարել Հայաստանը և հայ ժողովրդին, և մենք գիտենք, որ մեր բոլոր խնդիրները այս կամ այն կերպ այսօր տարածաշրջանային այդ թվում նաև կշահկապված են այս երկրների հետ։ Այս պարագայում շատ կարևոր է լսել այն գնահատականները, որոնք մենք կարող ենք ստանալ այդ երկրից, ամենայն դեպս մի մարդուց, որը ունի շատ լուրջ գիտելիքներ այդ երկրից, և այդ մարդն է, որի հետ մենք խոսելու ենք, և որը միացել է մեզ տեսակապով Հոլանդիայի Ամստերդամ քաղաքից, ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Արիվ Յունուսովը։ Добрый день, господин Юнусов. Добрый день. Спасибо, что вы сегодня с нами. Две резолюции, которые были приняты, резолюции или доклады, есть различные оценки Европарламентом относительно Азербайджана. Я хотел бы, чтобы вы поделились вашим мнением, вообще те оценки, которые звучат сегодня в Европе от наших общих коллег в связи с этим. Это что это было? Это был очередной декларативный шаг или это имеет под собой какую-то реальную основу и какова главная цель? Нет, это не совсем декларативный шаг, на просто самом деле. Просто есть и такая точка зрения, поэтому я вынужден. Да, я знаю. И у нас в Азербайджане там все время, когда Европарламент что-нибудь принимает, говорят, это бумажка, на которую мы не будем обращать внимания. Не понимая, что на самом деле в Европе все, что делается, делается на основе системы. И это не просто бумажка, это... Накапливается, когда бумажки определенные, то есть если взять пример России, там тоже вначале так же относились, не понимая, что это не просто какой-то там, ну, никому неизвестный там или не играющий никакой роли, а, значит, структура принимает решение. На самом деле, применительно к Азербайджану, надо сказать, что растет большое недовольство, скажем так, корректно, со стороны, в первую очередь, в данном случае, европейцев, хотя и американцы тоже не очень в восторге, мягко говоря. И мы это видели во время выборов, когда, если вы обратите внимание, что, по сути дела, хотя в Азербайджане говорили, что там поздравления, все, но на самом деле мы видели, что и не было, так сказать, никакой позитивной реакции. Доклад БДИЧ ОБСЕ был негативный. С этим докладом согласились и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и Соединенное Королевство, Англия, то есть. Вот. И потому-то свое выступление на инаугурации Ильхам Алиев, он впервые, он не первый раз же это инаугурация, это пятый раз у него, он ни разу не упомянул ни Европу, ни одну страну европейскую, ни в Соединенных Штатах. Он говорил совершенно другие вещи. Поэтому-то вот эту резолюцию надо воспринимать в этом контексте. В данном конкретном случае, если, например, это же не первая резолюция, если до этого говорилось о нарушении прав человека в Азербайджане, если говорилось о необходимости применения санкций там, в связи с пытками и так далее, то сейчас конкретно это армянская тематика доминирует однозначно. И это связано с тем, что начиная с октября прошлого года, у нас он в этом году, есть серьезная обеспокоенность в Европе и Соединенных Штатах, что Россия руками Азербайджана готовит против Армении войну на границе. Как минимум повтор того, что было в сентябре 2022 года, кратковременные бои там, которым должна воспользоваться оппозиция, начать свои действия в Ереване или где-нибудь в других местах. Разные сценарии там обсуждались. И поэтому-то стоит вот такая задача, или это обсуждается, что делать, чтобы этого не допустить со стороны Азербайджана. Поэтому-то на Азербайджан с ним ведут переговоры, в ходе которых как раз пытаются оказать на него политическое давление. С другой стороны, это решение, резолюция на самом деле Европарламента, они направлены, это месседж Азербайджану, что в отличие от, скажем, карабахского вопроса, от того, что было в прошлом году, когда европейцы, по сути дела, промолчали. Они исходили из того, что это все-таки территория Азербайджана, и вообще это пойдет на пользу двум народам, они скорее заключат мирный договор, и после этого удастся выдавить Россию из региона.
Это тогда так мягко было отношение. Сейчас же открытым текстом говорят, что действия Азербайджана встретит соответствующую, значит, негативную реакцию, не просто реакцию. Ну, будет на это адекватная реакция. То есть это не просто какая-то бумажка. Это отражение тех внутренних, невидимых в СМИ, на телеканалах, где-то действий европейцев и американцев. Много ведь мы не видим в СМИ. Вот это отражение, вот эта резолюция отражения, это не просто какая-то бумажка. Если Азербайджан все-таки пойдет на этот шаг, на эскалацию на границе, то будет уже другие, более серьезные решения. То есть европейцы перейдут от слов к конкретным действиям. Я имею в виду к санкциям конкретным. Во всяком случае, работа в отношении, например, санкций в отношении Азербайджана здесь ведется. Это точно. Просто пока еще не теряют надежды, что удастся отговорить Азербайджан, не допустить. То есть есть понимание, что Азербайджан не сам по себе действует. За его спиной стоит Россия. Поэтому еще есть надежда. Мы еще вернемся к вопросу. Да, мы еще вернемся к вопросу санкций, Алиф, но вы практически предвосхитили мой следующий вопрос, говоря об участии России. Тем не менее, я его переформулирую. В Анталии состоялась встреча глав МИД Лаврова и Фидана России и Турции, и в Армении есть точка зрения в экспертном сообществе, я лично ее разделяю, что Лавров, по сути, уговаривал Фидана оказать давление на Азербайджан с тем, чтобы Азербайджан пошел на эту очередную авантюру успокоения Армении, умиротворения Армении, как это считают в Азербайджане, как это считают в Турции, и с тем, чтобы реализовать те планы, которые существуют, общие российско-турецко-азербайджанские планы. Вы разделяете эту точку зрения или здесь есть какие-то другие? Нет, категорически не разделяю. Наоборот, как раз. Если внимательно послушать, когда после Мюнхена Ильхам Алиев полетел в Анкару, встречался с Эрдоганом, там Эрдоган, если вы обратите внимание, он там делал такое заявление о негативной роли третьей стороны в армяно-азербайджанских отношениях. Некоторые решили, что речь идет о Франции, хотя на самом деле речь шла о России. Эрдоган говорил. На самом деле. То есть, на самом деле, это в Армении немножко преувеличено представление о роли Турции. Для Турции, что Армения, что Азербайджан, это не его уровень. Для Турции главные игроки – это Европейский Союз и, конечно, Соединенные Штаты. Это его уровень. Все свои проблемы или вопросы турки решают с этой точки зрения. То есть, они вот решили быть, скажем, они – это Эрдоган. Быть посредником между Путиным, скажем, и Соединенным Штатом. Это такую роль уже играет с прошлого года Эрдоган. Они пытаются застолбить за собой Эрдоган и роль Турции на Ближнем Востоке. То есть азербайджано-армянские отношения, здесь интерес у Турции был в 2020 году, когда турки и Эрдоган лично надеялись, что Россия пойдет на то, чтобы повторить сирийский вариант. Uh-huh. Ведь Сирия, по сути дела, российско-турецкая. Ну, еще Иран была, коалиция, они взяли все под свой контроль. Вот турки тоже разделяли, что так и будет и на Южном Кавказе. Но потом в Анкаре прошли двухнедельные переговоры российско-турецкие, и согласия в этом вопросе не было. И этот сценарий не осуществился. Не просто согласие, не только согласие. Турки были страшно обижены на Алиева, потому что тогда Россия четко показала, что Кавказ – это не Сирия. Сирия ты можешь там, пожалуйста, это твой регион, я понимаю. Кавказ и вообще все советское пространство – это мое. Вот это была позиция Путина. И более того, Эрдоган был сильно обижен на Алиева, потому что Алиев, по сути, поддержал Путина тогда. Даже одно время там, в 2021 году, хотели в Шуше, там турки по личной просьбе Эрдогана, открыть там лицей, да, там да, учебное да, заведение. Азербайджан дал согласие. Потом последовал окрик Путина. Азербайджан вдруг заявил, что, оказывается, технически какие-то проблемы мешают. С того времени прошло вот уже почти 3 года, а эти технические проблемы не просто не подняты. Вообще никто это уже не вспоминает. Совместный мониторинговый центр в Агдаме – это такой утешительный приз был, да? Это не приз, это немножко издевательство. Это, по сути дела, это у нас есть соответствующие слова, это как
такой оскорбительный, оскорбительный вот такой бросает, как собаки бросают там, чтобы ты успокоился. Турки это восприняли как оскорбление. И в августе 21 года почти вот турецкий контингент, почти 600 человек, которым были в 20 году, они покинули страну. Турки были обижены. С того времени уже многое Турция пересмотрела. Да, Турция в лице Эрдогана, она фрондировала американцев в первую очередь, там пыталась воспользоваться ситуацией, скажем, покупала С-400, это шла на определенные вот риски, но своего в конце концов добилась. Сейчас американцы и помогли с ракетами истребителем F-16, и очень хорошо помогли экономической точки зрения. МВФ дал хорошие деньги после землетрясения. Турецкая экономика переживает серьезный кризис. И сегодня турки уже исходят из того, что армяно-турецкие отношения должны пойти по другому пути. Уже роль России начинает раздражать. Поэтому в данном случае, если обратить внимание, Путин готовился 12 февраля. Роль России и роль Азербайджана в армяно-турецкой. В данном случае, да. То есть мы должны говорить о том, что есть тандем Азербайджан и Россия. А Турция, хотя на словах она и говорит, что мы на стороне Азербайджана, это просто мы должны понять, это на публику. Не все, что говорят на публику, отражается в политике. В реальности, по сути дела, Турция в мягкой форме пытается объяснить Азербайджану, что если ты пойдешь, это же не Азербайджан, действия против Армении не найдут такой поддержки уже в Турции со стороны турецкого руководства, как это было, скажем, в 2020 году. Это все понятно. То, что вы говорите, я понимаю, то есть не будет сейчас Турции. Да. Но вот такой вопрос, я стою его скорее повторить. Наоборот, оказывает, в Турции наоборот, скорее оказывает мягкое, не сказал бы, что давление, но мягкое такое давление на Алиева, чтобы он не был игрушкой в руках. Но почему вы считаете, что Лавров не мог просить Фидана в Анталии оказать давление на Алиева в этом вопросе? Нет, Лавров мог просить. Лавров мог-то просить. Это Лавров много чего может просить. Вот другое дело, что реакция Турции. А Турция на это пока что... Турки же прекрасно, еще раз говорю, что для турок главное – это позиция Запада. Они достаточно сильно зависимы от них. И поэтому они прекрасно понимают, что действия Азербайджана приведут к негативной реакции со стороны и США, и европейцев. Нужно ли это Турции? Помощь Азербайджану или какие-то действия позитивные в отношении Азербайджана стран Турции отразятся и на отношении к Турции со стороны Запада. Турции это не очень выгодно. Поэтому могут говорить много чего о дружбе и так далее. Это так, политическая демагогия. В реальности Турции на это не пойдет. А вот позиция Алиева во всем этом, я правильно понимаю, что он пытается балансировать между Россией и Турцией на самом деле, вот относительно влияния в Азербайджане? Ну, в какой-то мере, скажем так, с Эрдоганом проблем у него нету. То есть он прекрасно понимает, что у Эрдогана по большому счету и нету планов там что-то захватить в Азербайджане, контролировать. Скорее наоборот, Алиев там пользуется моментом, там что-то урывает для себя, где-то напоминает, знаете, вот Лукашенко и Путин. Лукашенко близок к Путину, но все время пытается у Путина урвать для себя какую-то финансовую помощь, но не идет до конца. Обещает, ну, то есть использует Россию. Вот то же самое делает Алиев в отношении Эрдогана. Все время что-то для себя, с военной точки зрения, там оружие, что-то такое. Но говорить о каком-то давлении, там... Другое дело, что в отношении Путина у Алиева, конечно же, сложное положение. Он явно опасается идти на обострение. Он явно исходит из того, что у Путина, как бы он ни ослаб после Украины, там, в ходе боев, все равно достаточно силен и может много чего делать. В любом случае, он больше опасается Путина, чем, скажем, Эрдогана. Там, с Эрдоганом таких нет. Путин главный. И действия Алиева у нас в Азербайджане, например, часто задают вопрос, что, например, посмотрите, Пашинян, он достаточно занимает жесткую позицию по отношению с Россией, поднимает вопрос и ОДКБ, поднимает вопрос и охране границы. Много чего идет в жестком режиме, не имея ни нефти, ни газа, не имея серьезной армии. После 2020 года там армянская армия нуждается в серьезном вооружении, которое не получила от России. Тем не менее идет.
Азербайджан, который имеет и финансовую помощь, и финансовые доходы намного больше, у нас нефть и газ есть, и помощь от Турции, Пакистана, Израиль, а в отношении с Россией опасается вести активные действия. Даже боятся поднять вопрос о российских миротворцах. Сегодня вопрос это достаточно в азербайджанском обществе, ведутся дискуссии. Почему азербайджанское руководство боится поднять тему российской стороны, российских миротворцев? Они вообще кто по статусу? Какие они миротворцы, если нету Карабахе армян? Кого они от кого? Уже официальная версия была, что здание будут охранять. То есть здание, где жили когда-то армяне. Это более абсурдной версии я еще не встречал. То есть боятся хотя бы поднять вопрос, что вот Россия, допустим, да, по договору ноябрь 25 года, но уже сейчас можно как по частям выводить, да? Но нет смысла. А мы видим, что Азербайджан даже не поднимает вопрос. Более того, тот факт, что Путин поднял вопрос о размещении вот этих миротворцев вдоль азербайджано-армянской границы, видимо, Азербайджан на это дал полное согласие, потому что это... На это со стороны Азербайджана возражений нет. Россия, по сути дела, воспринимает Азербайджан как свою губернию. Вот такой вопрос, он может показаться несколько алармистским, но тем не менее. Вы допускаете, что если на то возникнет необходимость, Алиев может согласиться дать Путину возможность прохода через территорию Азербайджана российских войск в направлении Армении? Даже не сомневаюсь в этом. Это не такой сложный вопрос для, ну скажем так, сложный вопрос в том плане, что российские войска и так двигаются в нарушение многих действий. Например, вот оставшиеся бронетехники, все вооружение карабахских армян. Где они? Официально якобы вот российские миротворцы вместе с азербайджанскими войсками в Карабахе занимаются их охраной. А на самом деле вся бронетехника, вся эта техника давным-давно проехала через всю территорию Азербайджана и сейчас в Украине, вот там в районе Авдеевки, Бахмут, они в том-то. То есть российские войска, безусловно, передвигались, несколько раз это было зафиксировано. И нет никаких проблем для российской страны, есть случай необходимости перебросить свои войска к границе той же России. Хотя в данном случае пока что... Надобности для России нет, есть азербайджанские войска, которые, по сути дела, будут выполнять те же функции. Ту роль, которую... Да, те же самые. Другое дело, что у нас тоже есть такие вот разговоры, что, скорее всего, если и есть сценарий, то он такого характера. Азербайджан что-то предпринимает. Дальше ваша оппозиция делает тот апроприированный вариант, который сейчас много раз используется с советских времен. Где-нибудь, ну не в Ереване, может быть, но где-нибудь там в компании или в каком-то населенном пункте захватывает какую-то часть, объявляет о свержении власти Пашиняна, о создании нового правительства национального там, единства или что-то в этом роде, как это было в 40-м году с Эстонией и так далее, как это мы видели на примере, скажем, вот, там, Приднестровья и так далее. То есть для официального ввода войск российской страны, не азербайджанской российской страны, должно быть официальное приглашение каких-нибудь легитимных, ну, скажем так, да, властных структур Армении. Пашинян, конечно, не будет приглашать, а вот оппозиция может, скажем, воспользоваться моментом, захватить какой-то населенный пункт в Армении, объявить там о себя как правительство, а потом пригласить Россию в страну. И тогда они уже официально могут перебросить и воздухом на аэропорт Эребуни или где-нибудь так, или там из Гюмри базы. Разные сценарии могут быть. Получается, что в этом вопросе лишения, окончательного лишения Армении суверенитета, интересы России, нашей оппозиции, так называемой пятой колонны, Азербайджана, по большому счету, идентичны. Полностью идентичны. Последний вопрос, Ариф, по части санкций. Вы допускаете, что эти санкции, если они будут продолжать развиваться, и эта тенденция, если будет продолжать развиваться, и Азербайджан своей агрессии в отношении Армении даст этому лишний повод, может дойти дело до эмбарго на энергоресурсы? Я скажу даже по-другому. Санкции конкретно против Алиева и других членов семьи, там, скажем, а также значит, правительство, члена правительства, это менее актуально, чем, скажем, отказ от азербайджанских энергоресурсов. Потому что по отказу от энергоресурсов уже здесь есть комиссия, которая как раз, во-первых, пытается выяснить, во-первых, это азербайджанский или газ?
идет, Азербайджан продает свой ли газ или российский газ? Потому что здесь поставлен вопрос, есть информация о том, что на самом деле под видом азербайджанского газа это российский газ продается. А это значит, Азербайджан помогает России обходить санкции. Это уже серьезный момент. Это один вопрос. Если будет доказано технически, что это на самом деле не азербайджанский, а российский газ, это раз, один вариант. Второй вариант, если же не будет доказан этот момент, тогда просто-напросто откажутся от... Там есть два варианта. Либо ждут, когда срок договора заканчивается, это 27-й год, и полностью откажутся. Либо могут раньше, просто там штрафные санкции. Но есть один момент. Азербайджанский газ не играет большую роль. Это около 3% того всего там газа. Например, даже сейчас, после всех санкций, 15% европейского газа это составляет, это приходится на долю России. Было раньше 45%, сейчас 15%. А азербайджанские, всякие санкции, около 2,8, около 3%. Это не такой большой. Сейчас основные поставки идут из, значит, Норвегии, Соединенных Штатов. Поэтому отказаться от азербайджанского газа, это не такая большая проблема. И именно об этом сейчас, вот в этом направлении работы идут больше. А все остальное, санкции и так далее, это скорее будет зависеть от действий Алиева в отношении Армении. Что в этом случае может предпринять Азербайджан, если вот этот вот сценарий будет апробирован? Азербайджан сможет как-то диверсифицировать поставки и продавать кому-то другому газ? Скорее всего, какому-то другому будет как с российской стороной. Либо через кого-то. На самом деле есть много схем. В свое время, например, делали санкции, например, против Венесуэлы. Я просто это немножко момент изучал в свое время. Скажем, отказывались от венесуэльской нефти. А Венесуэла система такая была. Продавали Ирану. Иран потом под видом своей продавал Азербайджану. Азербайджан под видом своей уже продавал, скажем, Беларуси. В свое время эта схема была использована. И даже американцы одно время на эту тему вели переговоры. В Викиликсе это об этом есть. То есть разные схемы. Даже вот сейчас против России санкции ввели. Россия во многом обходит эти санкции благодаря третьих стран. Вот то есть Азербайджан будет ту же самую систему использовать. Это либо третьи страны, продавать им газ по дешевой цене, либо же, скажем, постараются. Там все-таки есть один момент. Евросоюз, он... Даже сегодня у них есть что-то вроде, скажем так, штрейкбрекеров. Типа Сербия, типа Венгрия, там, Италия. Могут они там еще остаться. Но пока что, я еще раз говорю, что многое зависит от того, к какому решению придет та комиссия, которая здесь имеется по вопросу азербайджанского газа и нефти. Есть моменты. Это российский газ. Если это доказано будет, тогда уже это серьезно. Если не будет доказано, тогда у Азербайджана будет время. Благодарю вас, Алиф, за ваше время, за ваш анализ. Большое спасибо. Всего хорошего. До свидания. Մերժուրներ, որը մեզ տեսակապով միացել էր Հոլանդիայի Ամստերդամ քաղաքից, ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսովը։ Իսկ մենք շարունակենք մեր եթերը կաշտաթարից հետո։